тебе много зверь в тягости, ты не сильно замерзнешь. И пушистый. Там у тебя, Вань? Да вот. А чего это? Горный хрусталь. Все там кто-нибудь есть? Сволочи. Вот, говори, я. Я не капитан, я главный командир. Командующий, пожалуйста. Ваня, твое слово. Скажи, что ты любишь. Я чего? Люблю природу. Вот. Thank you.
прекрасно понимаю, ну прекрасно. Рассказывает экспонаты нашего музея, рассказывает об истории авиации, об истории космонавтики и об истории нашего института, вот теперь университета. Поэтому здесь ты можешь увидеть среди экспонатов и самые первые наши самолеты, и самые мощные наши ракеты, вертолеты. И здесь можно увидеть наших преподавателей, кто учил наших студентов, и твоего дедушку. А теперь он учит студентов, и обо всем об этом рассказывают экспонаты нашего музея. А вот это орбитальный комплекс, который сейчас летает в космос. Вот. А здесь рассказывается о главном конструкторе ракетно-космической системы от Сергея Павловича Ковалева. Личные вещи, вот посмотрите, его шляпа, его галстук, вот его нарукавная повязка, вот когда они... стартует корабли, то книга с его автографом, вот это его вещи, вот его документы. Это самый мощный в мире НК-12. В Самаре сделан академиком Кузнецовым. Награждается Панин Александр, город Самара.